Доброе утро, сынок. Ты сегодня в садик? Не хочу уже. Не хочешь? Ну, сегодня же пятница, сыночек. Но меня не купут. Да ну почему тебе не купут? Купут, конечно. Так, папа трактор разобрал. Так, оденься нормально, обуйся. Это очень важно. Давай, садиться. Так, а это мой подарок на день рождения приехал. Вот такая вот качеля. Иди смотреть. Вот как раз дядечка уезжает. Ну, привез же качелю нам доставка. С Краснодара. Так долго. Угу. Да, мы вчера заказали, сегодня вот уже доставили. Это с Оби, с Озмола. Ну, папа приедет, будем собирать. Давай отнесем мягкое. Куда-то. Да как мы отнесем? Вот это та легкая штука, а вот эта коробка тяжелая. Ну, коробку здесь оставим. Да, ну папа приедет, будет собирать. Не знаю, видно ли вам, но там мальчики мои собирают мне подарок на воскресенье. Привет. Пап, ну как там? Да? Так, что там уже видно? А что, спина треснула, да? Да, оказалось, что у нас там инструкции нет, да? И Сержуня по интернету видео смотрит на ютюбе. Ну, у нас уже все почти получилось. Да? Корабель вон защелки на бумаге лежат. Вон они, сзади папы. Где бумага? Это называется корабельчик. Ну что, ребята, всем доброе утро. Сегодня снимаю точно нормальный влог. Вот, потому что доделала все такие важные дела перед Пасхой. Сделала всем пряники пасхальные. В общем, я молодец, я себя хвалю. И сейчас... Мой день начинается с карбонары. Вчера мой ночное рандеву. Это вот куличи. Два больших и вот 14 маленьких. Половина это на заказ. Ну вот я просто женщине сделаю. А сейчас тут Сержуня привез мне продукты для завтрака. Икру купил красную, помидоры розовые. Как это, грудинку, сыр,
и вязанку колбасу. Я решила, что сейчас из вот этого я сделаю карбонару. У меня еще есть спагетти, поэтому будет у нас карбонара. И также я сделаю тост, порежу просто хлеб, сыра немножко, немножко колбаски и, наверное, салатик сделаю. В общем, такой завтрак-обед, как всегда. А, и вот испекла еще рулетик, это из одного замеса теста, тесто в хлебопечке, которое я вам показывала, но без изюма, естественно. В начинке это перекрученные через мясорубку орехи и прямо из пачки насыпанный мак. И сахар. И вот это я все перемешиваю. Очень вкусная начинка получается. Кладу ее. Вот тесто вот этого на 3 рулета. Один уже съели на завтрак мальчишки, пока я отсыпалась. Вот. И осталось 2 рулета. Надеюсь, что... Я, в общем, разрешаю есть сразу, потому что это не значит, что только завтра нужно есть праздничную выпечку. Карбонары уже подготовила сковороду, нагревается, и воду для спагетти. Сюда сейчас порежу грудинку. Вот эти. Это грудинка обжаривается с лучком. Сейчас буду себе сюда для соуса добавлять молоко и сливки. И заодно сварится спагетти. Я вот их не забрасывала, вода вот только-только закипает. Сижу, не уже праздничный завтрак, да? А я что-то тарелочки не дала. Надо тарелочки? С кофе. Вот этот вкусный, да, я купила кофе? Mm-hmm. Другого, что он вкусный? Это мелко обтертое. Ага. Я намазу? Да, сливочное масло у нас. И красная икра. Ну, не прям вау, да, ты сказал? Не, ну, оно соленое, но лучше, чем вот мы тогда когда-то. Угу. И вот такой вот еще завтрак. В общем, выбирайте любой. Короче, ты на диете, да? Да. Получается. Да, а еще и карбонара готова. Шо? А что ты не налаживаешь? А что, уже сразу? Я думала, это завтрак, а то обед, нет? А, то мне все. Теперь я буду украшать куличики. Вот все пасхи испечены. Подготовила украшения. Меренга, цветы из айсинга разные. И еще меренга. В общем, безе. Разноцветная. Сейчас будем украшать. Так, ну что, все готово. Вот это вот наши куличики. Осталось только наклеить наклейки на яйца и сюда их тоже поставить. Надеть. Сейчас будут этим заниматься. Вот так вот все получилось. Вот такую открытку Антоша делал на уроке. А здесь рулетики. И здесь тоже начинка везде, орехово-маковая, везде одинаковая. Прям стихами, да? Что, она тяжелая, нет? Ну, она 70 килограмм. А это, вы так выдержите ее, кто-нибудь садится, а вы будете это. Да куда? Вот туда, вот туда. Саша. Ой, да тут даже это, с этим, да? С чем? С лежанием. Нет, ставить можно тарелочку, либо макапы там. Тут уже давно, уже некоторые получили трендули за тарелочку. Ну, трендуля только назвать нельзя. Смотри, он. Ой, тихо. Там, где цвет. Вот так, вот сюда, вот. Чуть-чуть поближе. Ну, давайте чуть поближе. А, нет. Зачем? Ну, что тут смотреть? О, то хоть ты туда посмотришь. На давай детей. Давай в дровник. Я знаю, напротив туалета поставим. Господи, все Женя. Заюня, а что произошло, Зой? А, у вас с мамой даже одинаковые тапки, да? Да. А, да? Вот так держишь? А понимаю. Вот родня уже даже пасочки посветила, да? Ты сразу в машине начинай есть. Пока! А серого вы не брали, да? А. Матери на переднее место отжали. Фонечка, что ты делаешь? Тут не написано? Ты клеишь наклеечки, да? Помойтесь. Ага, как надо клеить? Нужно смастить.
Это вот минус и... Мам, я кажется, понял, но... Мама, смотри, нанеси. Как? Ну, это подставка для яйца, Гриш. Ты ее ставишь, да, и вот так. Смотри, его яйцо, мама, да. Вот так берешь. Так почему ты тогда вот так... Болта. О, мам, я придумал, как, смотри. Так вот же, тут же тоже ж наклейки или нет? Да. Глаза, вот нужно ушки приклеивать, Гриш. Ага. Вот такого зайчика же надо делать. Ну, это надо их красить. Да какая разница, ну, те, что есть у нас. Мам! И где-то здесь еще наклейки мама, должны. Это надо ласковать. Вот, подожди. Вот. И вот еще что-то. Это надо... Это подставочки. А вот это вот как-то нужно приклеивать. Мам, какие подставочки? Да что это подставки? Тут еще какой-то двухсторонний скотч. А это таблетки для покраски яиц. Это эти пилюли, вот. Угу. Мама! Это подставочки под яйца. Он как Гриша делал. Попроси, он тебе покажет. Вот как у него. Погоди, Гриш. В другую сторону. Наоборот, чтобы же картинка была красивая, Гриш. А, ну тогда вот так. Так, я уже легла. Открыла себе окно. Я не знаю, слышно ли вам, как квакают лягушки. Это круто. Сережа сказал закрыть, но я все равно открыла. Я легла, не знаю, настроение очень плохое. Никто меня не слышит. Антошку попросила еще в пятницу выучить уроки. Он так этого и не сделал, поэтому я сейчас с вот таким вот настроением, которое не очень, буду ложиться спать. И завтра, надеюсь, проснусь с хорошим, потому что завтра у меня день рождения. Не очень, если честно, люблю этот день, но еще и Пасха. Пасху очень люблю. Вот поэтому с вот таким паршивеньким настроением, когда, блин, говоришь ребенку, а он не слышит. Ну, я понимаю, что он тоже хочет играть, но уроки никто не отменял. Сейчас сидит там, что-то учит. Я сказала, учи, значит, с папой. Вот. Все, всем до завтра. Не знаю, что сегодня получилось, потому что сонное царство у меня, я как в 2:30 где-то легла спать, и вот только в 6 встала. В общем, никак не могу отоспаться после бессонных ночей. Все, всех люблю, пока. I used to believe.